против Роу Ника. Просто финал мечта, маленький Ника против большого Ника. Просто битва дух Ника, легендарная игра, как меня просто часто говорит наши телезрители. И сейчас, так как Ника находится в нижней сетке, маленький Ника, прошу прощения, то именно он будет выбирать карту, которую будем играть первой, и, судя по всему, это будет локдаун, на котором, я напомню, маленький Ника одержал победу над большим Ника, когда они еще были оба в верхней сетке, но на остальных картах все-таки выиграл Раф Ника, он же большой Ник. В принципе, это головная боль для комментаторов, эти два Ника, которые играют вместе. Общаются сейчас они на французском. Мне кажется, что маленькому Нику СК не нравятся спеки. Он очень немного нервный сегодня, видимо, очень хочет выиграть, и сейчас у него будет возможность. Кстати, я вижу, маленькому Нику большой все объяснил, написал и я The Streams. Да-да-да. Теперь все стало понятно. Все стало понятно. Ну и Ника немного успокоился, тот, который маленький. Вот. Можно запутаться, говорить, что я выиграю, буду большой, маленький, что ли, я не знаю. Просто мне как бы даже не знаю, это сложно не называть. Не очень удобно, да. Ну СК, ладно. Мне просто сложно называть СК-ником маленьким, потому что как это он не совсем маленький, особенно по своему скиллу. Он по поведению может сказать, что он и маленький, но ладно, я уж не буду такого ничего говорить. Вот, ну, так тоже не будем. Большой Ника прямо жаждет уже стрим. Он просто, мне кажется, хочет взять реванш. Сейчас я с Ника разомнулся. У нас такая была, конечно, чисто фан-игра. Ну, Ника специально попросил меня с ним сыграть лог. Не знаю, вряд ли это была хорошая трена, но все равно. В общем, большой, маленький. Как я уже сказал, большой Раф Ника, это, можно сказать, легенда ДМа. Один из лучших игроков за всю историю игры. В 2010 годах он был, ну, очевидно, это был лучший игрок вообще. Один на один. Вот. Ну, потом он тоже не растерял свой скилл, просто я не могу так говорить, что он был абсолютно лучшим и в последние годы, потому что таких турниров крупных не было, нельзя сказать, что он там самый лучший. Но тем временем игра началась. Большой Ника взял уже шарики, СК Ника отрезался в другом конце карты, и он уже на зарядке. Долго собирает. Не слышно? Ну, пропустил сейчас маленький Ника своего оппонента. Он все еще не может понять, он думает, что Ника в спаме кемперит. Что большой Ник в спаме кемперит. А большой Ник-то уже около зарядки стоит. Но большой Ник пока что чекает аккуратненько, не хочет подставляться на глаза. Да, сейчас да, будет принимать понимает, маленького. Мне кажется, он понимает, что Ника здесь очень хорошо играет. Собственно, вчера Ник уже ему это показал. Он уже доказал недавно. К сожалению, играет очень осторожно. Да, ну я не удивлен, если честно, это все-таки... В одну же ту же секунду у двоих игроков заканчивается терпение. Ну, они так встретились. Сейчас будет спам. Очень удобно позиция была у Ника для спама, у него большого Ника. Да, большой Ника отлично пошел на перехват. Отбил шарик, и Раф Ника снова в спаме, а маленький Ника. Но зарядки ему нет, ну, по-моему, там очень много уже брони ему не нужна даже. Сейчас большой Ник наступает через верхнюю коробку, маленький его уже принимает, большой не хочет выходить на мост, идет в обход. Тогда маленький остается на месте, рядом с бочками, в опасном положении. Да, ну большой Ник сейчас прошел, как ходят нубы в КС, в присядку. Прошел так. Сейчас, кстати, пропалили. Пропалил маленький. Оттуда должна была вылететь птичка. Да, очень хорошо вообще попал.
Кольта так сходу просто. И пошел в атаку. Это было логично и завершилась эта атака успехом. Сейчас маленький ник на зарядке, где уже большой тут. Хорошо так зарядился. Две постолки. Да, они, конечно, броню, но не закончится. Да, жаль, достаточно большой дамаг нанес маленький ник большому. Но не стал добивать, не рискнул. Он там был примерно один качество хп у обоих. И было, в принципе, логично. Сейчас уже большой ник идет в атаку. Пытается накрыть свою оппонента физикой. И у него получается краешком стола. Задел он оппонента и заработал свой первый фраг в суперфинале. Пошел Ника сразу встречать своего оппонента. Большой Ника. Пошел встречать своего оппонента в спам. Ника шел там. Посмотрели друг другу в глаза. И разбежались. Причем у Ника пешки маловато. Который большой. Тем временем большой Ника занимает более выгодную позицию. К сожалению, не убивает Ника. А и сравнял. Большой Ника счет. Режим маленький Ника в спаме. Сможет даже в РПГ полезть. Была возможность, но, конечно, это всегда риск. И Ника, не знаю, полезет, не полезет, нет, пробежал. Ника собирает ресурс по всей карте. Я думаю, делает рикошет. Решил занять нижнюю коробку. Да. Ника там, коробки. Маленький Ника не торопится, он с вами просто бегает. Сейчас не увидел вовремя большой Ника своего оппонента. Успел маленький пробежать и в упор шарик пускает. Значит, наверное, обидно Ника большого, он не смог реализовать то преимущество, которое у него было. Пустил шар в упор. Маленького визави. Вот, но когда они поочередно респаются в другом конце карты и обычно у кого-то из них спам в другой броне зарядки. Сейчас у Ника будет, конечно, преимущество, у него есть R2, сейчас он, конечно, соберет шарики. Да, в принципе, в процессе собирает. Сейчас чуть-чуть большому не попал. Очень большой, повезло, маленький. Перепрыгнул шарик, да. Да, чуть-чуть, там было очень близко. Пытается сейчас обойти маленький Ника большой, у него получается, в принципе, едва-едва, и да, все-таки настигает шарик. Вот сейчас традиция разрушилась, большой Ника не на спаме отреспался, идет сразу в раш. Много у его оппонента хп, так сложно с дроби все вынести сразу. Ничего не получилось, отступил, но, в принципе, хп там нормально снял. Да, и уже 5-2 отрыв. Маленький Ника просто на голову выше большого. Нет, только начало. Все еще может быть. Сейчас Ника, наверное, подойдет шарик маленький, который не будет ломиться на большого. Большой тем временем, в принципе, смотрит в правильном направлении, ожидает противника. Видимо, решил к нему сразу же наведаться. Да, сменил свою дислокацию. Было близко. Но сегодня стрела на стороне маленького Ника, они так просто не попадают в него. Судя по звуку этой пушки, маленький Ник сейчас собрал уже все нужные ресурсы. Да, у него все еще шарик, сейчас будет очень опасный момент. И сейчас не повезло маленькому Нику. Был у него шарик, мог найти в упор, но не то оружие взял, не ожидал, что большой так выпрыгнет резко. И большой делает фраг. В принципе, большой сейчас берет контроль на карте, классически занимая балкон. Да, попадает. Типичная позиция, попал. Маленького, еще маленький будет выступать на аптечке. Скорее всего, нет, он решил вернуться. Что, в принципе, было умно. Он хотел подловить Ника большого и резко. Все, ничья. И еще один.
Нет. Нет, не удалось. Ну, это же не Мадарась. Опять маленький Ника берет шарики. Каким сердце эту игру, это просто ад, на самом деле. Маленький большой Ник, я уже запутался в них, если честно. Супер финал, финал мечты, два Ника сошлись вместе. Вот отлично встретил неожиданность. Большой Ник и маленького. Сейчас да, нас да, только добить, добил. Вот отлично, респаун не стал палить, пошел сразу дальше. Да, сейчас у СК Ника, по-моему, закончились нервы, не захотел он идти в спам. Пошел враж на оппонент и Морвич сейчас убьет почти. Нет. Ну почти, почти. В принципе, ну, там как у Ника бы. Осталось много хп, но попади с дроби. Упустил спаун, да, очень да, да, обидно. Да. Упустил. И Грен поймал сверху. Табуретка сейчас. Это. И, конечно, Путин все. Слышь, Путин реально ругается какой-то у этих французов уже, слышишь? Вероятно, да. Но я не буду продолжать эту тему, потому что канал закроют за антиправительственную пропаганду. Вот. Сейчас Раф Ника, мне кажется, подумал, что маленький Ника где-то в спальне, пошел его рашить, а тут никого нет, и просто взял R2, но тоже уже хорошо. Потому что все-таки преимущество по фрагам у большого Ника есть, и ему как раз сейчас выгодно постараться как-нибудь заныкаться, и главное пройти с R2 в зону, где зарядка находится, и там уже можно будет спамить своего оппонента. Маленький Ника достаточно легко отпустил большого, ну, конечно, так. Ну, да, сейчас он очень хорошо нашел маленький Ника своего большого оппонента. Грамотно попал с кольта и добил. Ник, мне кажется, не ожидал такого большой Ника. Продолжение из той же серии. Мне кажется, сейчас большой Ника убежит. Ах, чуть-чуть сейчас не хватило, не знаю, может какое-то везение большому Нику, чтобы подловить маленького. Но не получилось. Рассчитывает на самого Ника, сейчас прицел был чисто на голове большого Ника, и ну, маленький совсем чуть-чуть не попал ему в голову. Как итог, сейчас у большого Ника есть преимущество, он зарядился. Да, маленький как раз таки зажался в достаточно отстраненном уголке карты от каких-либо ресурсов дополнительных. Естественно, пошел на перехват. Он сейчас чуть-чуть поймал. Не попал с арбалета. Вот здесь сейчас попал маленький Ника с арбалета в большого. Мог бы сейчас. Вот в зависимости от количества брони, в первую очередь. Да, вот сейчас, кстати, маленький Ника опрометчиво так заломился на своего визави и получил с арбалета. А большой Ника тем временем уже памя. Взял R2, столь нужно ему. Три фрага преимущество есть, до конца уже 4 минуты 30 секунд. И причем маленький Ника даже не знает, где его оппонент, он смотрит в разные стороны и пропустил сейчас. Ох, да. Балета. Неплохо. И да, и грамотно добил. А большой Ника это решил взять реванш, разозлился, что как же так, я большой Ника легенда проиграл эту карту вчера. Вот, сейчас пошел враж, как бы и успешно это завершилось. Респаун. Перекидали бочку и достаточно R2. Да, пошел разнос по респаунам, уже еще конечно упустил, но это уже не беда при таком счете. Сейчас идут, так подходят друг другу оппоненты. Нет, большой Ник отступил все еще в спам, боится, что его могут обойти снизу. Вот сейчас вовремя, мне кажется, кинул шарик, в принципе. Да-да-да, но получилось немного прямо. Немного прямо. Да-да. Ну, собственно, Ник сейчас попал с арбалета, это немного помогло ему. Вот, но все, отрыв все еще достаточно большой, и у Рафника огромный опыт, он, мне кажется, сейчас с он спамил, мне кажется, может даже он не пойдет в зону, где зарядка находится, останется у себя в спаме, но у маленького Ника другие планы, он уже
бежит его рашить. На самом деле такой заход на территорию ванны, где много бочек, это такой, мне кажется, значит, отчаяние. Очень хорошо сейчас попал большинник в маленького с арбалета. После небольшой раскидки шаров. Сейчас была физика демо во всей красе. Батарея в тушку. Да я не умру от такого. Ну это бывает. Маленький Ника. Да, Ника. Маленький Ника решил убежать. Вот. Судя по всему. А может просто подумал, что большой Ника уже ушел. Осталось уже меньше двух минут. Да. Пять фрагов. Вот, если сейчас выиграет большой Ника, то мы, скорее всего, увидим с вами Кайернс. Мне кажется, маленький Ник именно эту карту выберет. Ну да, наверное, это вторая его карта. Да. После локдауна. На локдауне мы тут не видим уже таких чудес, как в прошлый раз. Да, ну как бы... Ника большой даже не пытается особо сейчас идти... Да, все бой, да, просто все шарики. Ломился на него. Маленький Ник, он отбил их, да, точно. Да, отличный развод был, на самом деле, не стал запариваться с гранатой. Молодец. Да, ну тут как бы много уже понятно и... Мне кажется, такая немного игра более открытая пошла. Просто я была пересылка на дроби, который маленький Ник одержал небольшую победу. 3 секунд до конца, 6 фрагов. Преимущество большого Ника. Вряд ли что-то может такое произойти, чтобы маленький затащил. Ну, уже Ник... все, в принципе, понятно, да. Остается 20 секунд на данный момент. Да, и как бы вот да, маленький Ник пытается рашить, а большой просто как бы подлавливает его на этом, понимает, что будет делать его оппонент. Вот, Ник сейчас просто стоит с пистолетиком, по сути, кинул гренку забавно. Вот, и это. Что следовало ожидать, в принципе. Он уже пишет ГГ до конца, да, уже все, время вышло. Я тоже напишу ГГ по своей старой привычке. Кстати, только что прочитал чат спонспот. Я бы это. Ну это оставим между нами. Комментаторами. Я бы сказал кое-что. Даже не знаю, говорить не буду, но я тебе напишу. Ну, дом тебе кину, может быть. Просто прочитал, был удивлен. Так, друзья мои, сейчас проигравшая сторона, то есть маленький Ник выбирает карту, на которой он будет играть с большим. Собственно, что из этого ожидается, мы сейчас увидим Каверns. Честно, не знаю, играли ли они вчера эту карту. Писюн заходит в игру. Пардон, это БВ Сайн, просто назвал его старым никнеймом. Сейчас мы его попросим выйти. Так, я отходил. Наконец-то ну, тут, решающую да. карту для маленького Ника. Да, играть ему дальше или нет. Да, если сейчас маленький Ник проиграет,
то все. Я сейчас буду лично за маленького Ника болеть. Ну что, болеть, синхронизировать, то, что хочешь, чтобы мы увидели еще пару карт. Да, я, по крайней мере, надеялся, что увижу хоть раз Ластарена, но мне не довелось. Вот, все, начинается игра. Маленький Ника сразу идет в зону, которая называют некоторые люди пятеркой, а раньше она была 5 спаунов. Ну а Раф Ника сделал то, что он любит делать больше всего, взял шарики. Ну, в принципе, он не особо пригодился, вот подсолочка. Ну да, почти. Но слава богу, маленький Ника пока что оттягивает конец. Вот, люди уже просто поделятся чатиком с муспот, лол. Так что я молчу об этом. Тем временем большой Ника сравнивает счет. Да, тем временем маленький Ника жалуется на пинг. В принципе, он реально вырос. И пауза. Обратите внимание, у нас пинг упал в то время. Вот, ну, не знаю, упал у меня нет, я особо не сидел, у меня 54, как бы. Что и должно быть в консоли 46. Сейчас у меня маленький Ника замер на месте, и тут у него такой гламурный арбалет фиолетовый. Честно, не очень понял, что сейчас написал Ника. Маленький, который... К сожалению, я не могу посмотреть статус игроков, потому что у меня в консоли влетает бесконечное количество ошибок по поводу материала. Это ошибки, это благодарим все Valve за то, что они сделали кучу красивых апдейтов и просто сделали игру божественной. Дело в том, что они не апдейтят эту игру уже давно, а движок обновляют, в общем, проблема. Да я в ахуе с них. Тем временем уже игра началась, и Сканика пытался сделать, красиво пытался пустить шарик. А сейчас было отличное попадание от большого Ника с арбалета, и пошел он добивать. Что успешно было им сделано. Тем временем Ник уже сделал 73 фрагов. Вот сейчас был отличный просто хедшот. Из 4 поймал. Да, не пошла у Сканика игра после паузы. В принципе, пинг у него все тоже достаточно большой. Пересылка на дроби, как-то оппоненты сейчас не очень точно стреляли, и Раф Ника решил завершить это выстрелом. Сколько? Еще один выстрел по бочке, да, отлично. Вот надо было сразу так делать. Вот это, конечно, забавный ход, это Сканик, набраться на зарядник по бочке. Да, сейчас, к сожалению, маленький Ника допустил ошибку. Как-то встал спиной и явно не ожидал то, что большой Ника прибежит с гренкой и добьет его дроби. Че там? Это было что-то странное. Даже комментировать это не буду. Все равно, что футболисты стали бы на одном месте. Стали бы делать непонятное движение. Насылать брейкдайнс какой-нибудь верхний. Но тем временем счет уже 7-2. Как-то все очень печально выглядит для маленького Ника, но сейчас он посластил свою пилюлю. 7-3. В принципе, я знаю, он умеет делать камбэки. Посмотрим. Да. Не попал сейчас Ника. Вот если жаль было маленького Ника под солочки, конечно, можно было очень хорошо выцепить. Давай, одно попадание. Да, как-то. Уже один совсем не идет игра у маленького Ника, большой просто доминирует на карте, убивает уже своего оппонента с дроби. Казалось бы, это уж шариками бы убивал.
сейчас, наверное, какой-нибудь Эвил негодует. Потому что вчера Эвила просто выносили шарами, 3 шарика. Вот, а сейчас Большеник просто бегает уже, по-моему, с дроби. Как-то так. А я его тоже хотел так сыграть. Ну, неважно. Сейчас, наверное, подловит. Маленький, вернее, большой ник и маленького, так и случилось. Но тут надо убегать маленькому нику. Ну зачем же? Но он просто мастер аркады. Как сказал бы Эвил, 20 лет в аркаде. Не знаю, что это значит, но 20 лет в аркаде. Ну, сейчас сработало. В принципе, уже основание такое, что я бы даже на месте маленького ника РПГ бы стал брать. Ну, удалось хотя бы как-то немножко выровнять счет. Да, потому что я надеялся, что я останусь комментатором еще на одну карту, но сейчас это так быстро кончается. Что если сейчас маленький Ника проиграет, то все. Большой Ника еще раз докажет то, что он, наверное, один из лучших игроков 1 на 1, может быть, лучший, но уж не буду так говорить, кто знает, но... Уж точно в топ-3 Европы он попадет. Сейчас маленький Ника отожался на зарядке. Большой, мне кажется, сейчас, не знаю, будет рашить, не будет. Как он, не знаю, как он сейчас поведет себя в отношении своего земляка из Франции. Ника, маленький Ника отлично. Просто отлично выглянул за угла, кинул ему арбалетный болт большому. Добил. Конечно, неоправданный риск, но он... По крайней мере, аккуратненько закинул болт, отбежал. Да, ну, большой ник уже взял R2, все хорошо. Ну, а маленький тем временем берет РПГ. Да, что, в принципе, правильно. Главное, чтобы он сейчас не слился, как Мадара. В самом начале. Ну, пока что опасность представляет в основном шарики. Да-да-да, ну... Ника, в принципе, большой закемперился. Пытается подловить... оппонента с РПГ в узком пространстве, может, сейчас получится это. Да, и получилось. Ну, по крайней мере, Ника не слил РПГ ему, в принципе. Ну, да, но с другой стороны, потерял как бы шанс реально контролировать центр с помощью РПГ, и это уже большой минус для него. Разрыв такой, что как бы вот в открытой борьбе, как бы там, где дробь, вам такой отрыв очень сложно отыграть. Только если будет там 2 респауна подряд, но как-то пока такого не намечается снова. Побежал с Гренкой и... Мало хп обоих, но... Большой Ник перестрелял. Как-то... Не заладился у нас финал? Я думал, у нас что-то другое будет. Я мечтал остаться комментатором навечно, а тут... Да. Мне кажется, маленький Ник уже даже не знает, что толком делать, а большой просто доминирует на карте. Очередной отличный выстрел от большого Ника. Да, в принципе, маленький Ник сейчас пытается просто собирать ресурс, а его... Да, я не знаю, как он собирается отыгрываться преимущество, и думает ли он об этом. Возможно, просто маленький Ник уже устал на самом деле играть, потому что много было, в принципе, игр, причем игр таких очень серьезных. Когда финал после такого оппонента, у которого огромнейший опыт 1 на 1. И, если честно, я могу там вспомнить, допустим, как Сирина проигрывала на лигах, там. Кого угодно можно вспомнить. Ну, кроме Жирка, который не играет, в принципе, вообще в никаких турнирах. Вот, но я вот не помню, чтобы большой Ник где-то проигрывал, честно. Конечно, можно проигрывал где-то, но вот именно чтобы на турнире, таком крупном, то я не помню. Сейчас маленький вот смог. Это был, да, показалось мне хедшотик. Ну, я смотрел за большого Ника, не могу оценить сейчас. Маленький заныкался, лол. Как-то это было все трагично, на самом деле, происходит. Вот. На самом деле, маленький Ник открывает секрет, почему он проигрывает. На самом деле, на сервере слишком много русских игроков. Русские это плохие люди, наверное, по мнению маленького Ника. Они подняли ему пинг. Вот.
Поэтому маленький ник проигрывает. Только что было написано в чат. Ну, после этого, кстати, он, видимо, разозлился, немного пошла игра. И он сейчас, видимо, сделает даже 3 фрага подряд. Нет, если как-то не очень получается, ну, будет ли фраг подряд. Ну, почти. Почти, да. Но тут отрыв сократил. 7 фрагов до конца. 6 минут, кстати, сейчас можно взять РПГ и попробовать что-либо сделать. Вот. Ну, большой ник, кроме огромного опыта, еще есть фарер, который, мне кажется, он тоже врав, и, мне кажется, он добавляет своему соклану, не знаю, поддерживает его морально, и ника просто хочется уничтожать на этом турнире всех. Хорошо, сейчас попал маленький ник, но... Да, ну, в данном случае в РПГ бы ему идти, потому что, ну, допустим, убьет он сейчас сколько-то большого ника, а толк-то что? Ну, можно отталкиваясь от... в принципе. Вот, как бы. У него, кстати, один патрон, по-моему. А, нет, я уже это... туплю. Сколько ему осталось. Но большой делает то, что он любит делать больше всего, кидать шарики. Если большой, как бы, даже не... просто бегает, как так, на задах. Сейчас он пытается поймать своего оппонента, да, попал ему в тушку с дроби. Отбил желание заряжаться. Он как бы сам словил валютный блок, поэтому пришлось отступить. А ну, как бы, большой ник может себе позволить отступить, я сейчас маленький взял, зарашил. Это было бы так внезапно. Я справа никогда не зацикливаются на пятерке, хотя как бы 5 спаунов. Сейчас маленький ник блинцевил, что у него хорошая реакция. Отбил физику. Ну, это, конечно, очень обидная граната была. Вау, отличный хэдшот и гранат прилетела. 6 фрагов, 4 минуты до конца. Большой ник всего в нескольких, скажем так, минутах от очередного своего чемпионского звания. На этот раз... если оно будет, то как это будет, можно сказать, первое, наверное, в этом году, потому что особо турниров не было, и, собственно, Ника в тех, что были, не участвовал. А сейчас маленькую Ника РПГ бы взять, но он это... пытается все еще аймить противника. Видимо, считает, что у него это получится. В принципе, неплохо это получается, он уже смог сократить так отрыв, правда. Немножко много, сейчас обидно, на самом деле, промах был с арбалета, было очень близко. Ну да, да. Тут надо было как-то зажимать. Да, и большой ник, мне кажется, сейчас можно брать монтировку, уже бежать с ней. Вот, ну попал же, попал же с магнума, вот, молодец. Слушай, Путин. Да, большой ник пишет Путин the Mert. Не знаю, как он так правильно произносится. Ну, спот меня, наверное, поправит. Очередная перестрелка. Машинник отступает. Не очень много оппонентов. Всего 4 фрага разы. В принципе, реально сыграть за такое время. Даже не знаю, получится ли его. Маленького, хорошо он попал с кольта. И еще одно очень хорошее попадание. Уже 3 фрага. Разы сокращается до 3 фрагов. Время у нас остается уже 2-2,5 минуты. Да, это вполне нормальное время, как бы. Ника да, сейчас сидит на месте, берет... фрага, это вполне. Ого, да. Отличный арбалет был, но попадание за ВК добило маленького Ника. Поздно маленький Ника заметил большого, и хоть попал с арбалета, очень да, хорошо, но... тут уже... было очень... вот это крайне неудачно вышел перед бочкой, просто не повезло маленького Ника сейчас. Маленький Ник не теряет надежду, пытается собирать ресурсы. Ну еще бы. По карте. В общем, до конца 2 минуты. Еще можно попробовать что-то с фамом сделать, но большой Ник очень хорошо попал. Торбы. И добил под стволкой. Здесь чуть-чуть было очень близко. Но не повезло маленькому Ника. Это на самом деле уже достаточно глупо было. Ну не знаю, что он что-то делает. Я думаю, всем виноваты русские, которые подняли маленькому Нику пинг.
То есть счет Ну был вот очень это был отличный хорошо. шок, да. Да-да-да-да. Сделать рикошет, но большой никто на другом месте отрезался. 4 фрага, 1 минута. Да, я слышу зарядку, то есть, соответственно, большой ник, скорее всего, уже подзарядил брони. Да, уходит на пятерку. Бежит за ним. Большой ник его Словил читает. Сейчас грену. Ваньку нужно было попасть, но все. Я думаю. Оппонента. Да, 38 секунд. До конца было сейчас чуть поменьше, уже как-то не верится, что то, что будет зайти. И маленький Ник сейчас просто бежал с монтировкой, причем просто ломится с гранаты своего противника, пытается застрочить его. Любой физикинейт, и да, 1-0 по монтировкам. Я напомню то, что СК Ника проиграл при этом 2-0 по монтировкам, сейчас он выигрывает большого Ника, но вряд ли это что-то уже решит. А, наверное, маленький Ник подумал, что нанес какой-то дамаг под стволки, но такой печальный момент, что он как раз за колодной. Да, ну все. ГГБП, матч закончился в суперфинале. Раф Ника, он же Большой Ника, победил за счетом 2-0 и таким образом добавил к своему, не знаю, внушительные полки с выигранными турнирами. И еще один стал богаче аж на $60. И еще раз доказал, что он является одним из лучших игроков 1 на 1 вообще в истории, в ДМе. И будем надеяться, что это не последнее достижение у Рафника. Долгой жизни ДМу, потому что можно еще пожелать в конце. Ну, можно, по крайней мере, напомнить, что СК Ника тоже молодец, дошел до финала, столько натерпелся, проявил себя. Ну и получит обязательно утешительный приз в размере $30. Тоже деньги, почему нет? Точно, нет? Ну а Мадара получит $10. Это тоже хорошо. Да. Да, ну в конце я хочу выразить свою личную благодарность Белично, Кинейда и всему порталу Pixling за то, что организовали этот турнир. Добавили немного жизни в ДМ, он немного так оживился. Вот, ну и как-то все, дальше все будет печально. Я надеюсь, что еще будут какие-нибудь турниры от Pixling. Может быть, там 2 на 2 турнир, я считаю, это очень хорошая идея и рекомендую подумать над этим. Вот. Ну это уже не нам решать, ну ладно. Ну да, ну Кэтман. Царь батюшка, мы твои верные подданные, если нас слышишь, молим тебя, дай-ка денег нам на еще один турнир. Ну, сомневаюсь, так оно и было. Ладно, всем удачи. Да. Пока. Да, с вами были Центра и Кинейда. Всем скилловой игры, спокойной ночи и хороших фрагов. Долгой жизни ДМу.